слава, я чувствую, как слава, я смотрю. Ух ты! Ох, ну что, мои хорошие, нам принесли заказ. Мы сели в машину, и это благодать. Ну что, всем привет, мои хорошие. Давно мы с вами не виделись, да? С прошлого влога. Я прям решила сразу следом начать снимать влог. Да, влог будет долгоиграющий. А может быть, кстати, влог будет одного дня, если сегодня будет очень насыщенный день. Сейчас я еду за смесителем и мойку. Я заказывала. Вот, сейчас вам покажу. Цвет белый, красивый. И все в тон, не надо подбирать. Вот что значит в одном месте брать. Сейчас еду туда забирать все это. Вышло оно мне все в 11 тысяч. И смеситель, и раковина, покажу. Вот, а потом у меня останется, наверное, 3 часа. Даже не 3 часа, а 2 часа. Чтобы поехать с девочками увидеться, они, по-моему, в Меге будут гулять. Может, они, конечно, что-нибудь там передумают, но сейчас я доеду, возьму мойку, положу уже со смесителем в машину. И уже позвоню Татьяне и решим вообще, где что, и будет ли у меня время заехать. Может, я к ней в гости заеду, если она никуда не двинулась. Может, она меня чем-нибудь вкусненьким накормит. У нее всегда что-то вкусненькое есть. Хотя мама мне сейчас предлагала поесть, но я уже вылетаю, выскакиваю, и не хочу я сосиски с макаронами. Что-то я хочу что-нибудь другое. Или бы я где-нибудь перекусила бы. Даже блинчик какой-нибудь съела. Ну, короче, я сейчас голодная вышла, я выпила только одну чашку кофе. Поэтому сейчас, короче, первым делом нам нужно забрать смеситель и раковину. А дальше будем решать. Я беру вас с собой. Быстро все делала. Так, приехала на почту, получила два каких-то непонятных письма из Самары. Уведомления пришли. Получила на свой адрес, на который, как бы, это я не заказывала точно. Я же вроде в Самаре была, когда батлила, да, в такси. И что, оттуда пришли письма? Сейчас открою, посмотрю. И также пришла, ой, коробочка Faberlic получила. Я вообще так удобно. До этого у меня был стоял другой телефон какой-то, и никогда смс-уведомления не получала. А теперь стою такая на почте, буквально они рядом находятся, пункт выдачи Faberlic, и это мне приходит получен. Я думаю, о, они сегодня работают, и я как раз здесь, в соседний дом зашла, получила посылку. Ой, там столько вкусняшек всяких разных, будет отдельно прям распаковочка на втором канале. Так, сейчас посмотрю, что за письма. Так, ну письма пришли, это, видимо, тачку я продала, и водитель гоняет, там еще не переоформился. И вот пришли мне два штрафа по 500 рублей за превышение скорости. Вот. Ну, я ему написала сейчас, что там, да как там, вообще, когда на учет. Перекусила, забежала чисто, вот, и приятная атмосфера, и как бы, и суши. Вчера заговорили с Таней о сушах, она говорит, суши хочу. Опять меня раздраконило, пришлось опять заехать и взять роллы. Не знаю, может, они тоже сегодня захотят еще заказать. Я еще поем, я люблю роллы. Могу их много есть. Да что ж ты будешь делать? Запуталась я. Сейчас надо заехать в магазинчик десертик взять. Блин, у меня очки, конечно, в эти в офиге вообще. Я искала такую модель. Это, короче, вот кто спрашивал, это очки у меня этот Style Mark. Они на уровне полароида. И даже там, где я их покупала, я говорю, вот у вас были там Style Mark. Она говорит, вот наша точка в этом, в Мегамаге. Наша точка вот полароид. Вот туда перенесли. То есть идет Polaroid, а снизу Style Mark продается. Но вот такой модели очков, к сожалению, нету. Я ищу такую же модель, я бы точно такие же купила. Но они у меня просто уже реально падали много раз. У них уже прям реально, знаете, потертости такие. Мне кажется, я начинаю плохо видеть из-за этих потертостей. Ну, в плане портится взгляд или что там. Зрение портится, да? Взгляд-то у меня не портится. А вот зрение-то портится. Все, время у нас сколько? 5. Ну и как раз вот сейчас возьму что-нибудь на десертик и поеду пить чай с десертиком. Взяла с собой, потому что слишком много. Единственное, что еще сладковато. Вот. А что они тут добавляют? Сироп, наверное, какой-то. Менее сладкий я бы хотела. В целом вкусно. Так, забежала в Пятерочку, купила
угощу своих друзей, кто не пробовал еще. Свеженький, настоящий десерт, медовик. Я считаю, что это один из лучших вообще десертов у них. Я могу его съесть за два вечера просто на раз-два. И всегда, если куда-то в гости, я прям беру его. Во скольких ресторанах я была и всегда брала Наполеон, Медовик, это мои любимые. Я вам скажу, что это сравнимо просто в лучших ресторанах. Просто отрезаете кусочек, поливают, красиво сервируют, подают, и ты просто пальчики оближешь, думаешь, какой же вкусный десерт там вот сделал, наверное, шеф-повар. Ну, может, он сам там делает, да, но вообще на уровне просто. Вот мне можно подать такое, и я просто восхищусь этим рестораном. Реально. Ну, лучше сами делайте, конечно, это рестораном. Рестораны лучше делайте сами. Не надо брать в Пятёрочке и продавать нам в 10 тысяч дороже. Это я так сказала, типа, знаете, рестораны. Если вы меня смотрите, не надо хитрить. Не надо брать настоящий десерт в Пятёрочке, красиво его сервировать и подавать нам за 300 рублей, за 500 рублей. Ну, смотря какой ресторан меня смотрит, да. Кто-то не сильно наглеет, а кто-то прям вот в наглую, пятихатка, может взять, да, за десертик, а что? Вполне себе, да? А на самом деле, вот он стоит, вот сейчас у меня баллы там списали 110 рублей, я за него вообще 59 рублей заплатила. Вот. Так что, ладно, поехала угощать. Так, ну что, мои хорошие, я посидела, угостила своих друзей наполеончиком. Вообще балдеж, все просто в восторге, что где купила, тает во рту, все, короче, кайфуют. Я рада. Вот, я уже все взяла, вот она, моя раковина, сейчас я домой ее потащу. Надеюсь, я справлюсь. И еще же у меня отдельно смеситель и еще одна коробка с посылкой. И я, короче, у меня время есть еще, потому что Таня с подругой, они еще, я звоню, я говорю, вы где? Я думала, они уже сидят у нее дома, а они, оказывается, до сих пор в Ашане, еще что-то там ходят, покупают. Думаю, ну ладно, я говорю, давай я буду дома, за мной заедешь, я машину оставлю, вот, возьмешь меня, и мы уже это... Либо в кино пойдем, либо на набережную, потому что, я так поняла, ее подруга рано ложится спать в 9 часов. Молодец какая. Вот, и она, наверное, к нам не присоединится. Вот, поэтому сейчас я хочу с Данькой погулять, потому что где-то у меня час есть. Если Татьяна, если у нас по магазинам, то час, я думаю, у меня есть. Сейчас я частями подниму наверх все, погуляю с малышом. Девочки, я так не любила эти качели, я, по-моему, придумала лайфхак. Смотрите, если я сажусь чуть-чуть ближе, то мне и легче кататься, получается. Вот здесь вот, то вес может быть тяжелее. А, и все, у меня ноги не устают. Кружки мои, а кто с нами? Та-дам! А что мы делаем? Мы заехали в Макдональдс. Мы только что, на самом деле, прекрасно провели время с Татьяной, подругой, подругой детства. Я ее знаю, Иришка. Я ее, на самом деле, так плохо знала, что сейчас мы пообщались, там, не знаю, 2-3 часа, наверное, да? Такая прекрасная девочка, вообще просто кайфовая. Здравствуйте. Здравствуйте. На следующее окно приедете, пожалуйста, хорошо? А, там что-то забыли доложить. Там остальное дадим. Вот, и прекрасно провели время, прям вообще так была рада видеть Зелишку. Супер-пупер. Вот. И сейчас она уже пошла спать, а мы заехали в Макдональдс. Таня уже сыр сегодня поели в Макдональдс, а я голодная. Я говорю, поехали в Макдональдс, если я возьму. Бля, у меня жирки не видны. А то такая стройненькая, такая стройненькая. Нифига, девчонки. Все, конечно, это. Все, конечно, в животик. Все в животик. Но я взяла все равно себе. Взяла. Таня мороженка взяла. Кстати, ты каждый день ешь мороженое, не поправляешься? Нет, я не каждый день. Я на самом деле уже несколько дней отказываю себе в мороженое. И даже дома мне предлагала мама. И кто-то мне еще предлагал мороженое. Но я каждый раз, когда ты со мной, ты всегда ешь мороженое. Ну, это же прекрасно. Это супер. Ну, мне кажется, сразу в образе такая, заметили? Мне прям интересно. Нет, я под впечатлением. Мы сегодня, да, на самом деле, был очень такой насыщенный день. У нас, у меня, у тебя сейчас вот вечер. У Иры тоже, наверное. Да, мы с Ирой провели сегодня целый день. И когда мы вот, я очень давно хотела, чтобы вы познакомились, и мы вот так вот слились воедино, да, общались, да, вот этот вот, это наш, наш тандем, чтобы вот давно. Как бы вы узнали друг друга получше, вы-то, и она тебя не знала, как там человека, и ты, и я знала, что будут какие-то точки соприкосновения в любом случае.
И у тебя, ну, с ней, вот, мне это было важно, потому что и ты для меня лучшая подруга, и она для меня лучшая подруга. И я хотела, чтобы мы вот как-то тоже, знаешь, не так, что я там, да, вот, встречаюсь с ней, и ты не знаешь там, да, вот, как бы, что там, вот, и чтобы не было это так вот, чтобы мы как-то вот, как одно целое, вот, ю, если за любовь. Такая вот Таня. Да. Короче, сейчас покушаем. Трубочку? Давайте. Что-то я не вижу. Не вижу, давайте. Давай. Трубочки. Спасибо. Ой, а что такое расставший? А ну поставь его. О! Сейчас упадет. Ой. Все, я держу. Короче, да. Я заказала Royal Deluxe, Coca-Cola, фри, сырный соус. Больше ничего не заказывала, потому что я этим обожрусь. Сейчас пойдем припаркуемся. Да, давай сюда Coca-Cola поставим. Давай. Привет, мои хорошие! Привет! День следующий! Иди сюда пока! Настя, я больше один! Иди сюда садись, Настя! Залазь пока сюда, сядь! Пока там тебе кресло устанавливают. Садись! День следующий! Мы сегодня собираемся, у нас очень много, мы собираемся покататься, закрывай дверку. В аэротрубе с братом. Не знаю, буду я или нет, но посмотрим. Потом мы хотим отвезти детей вот в эту вот Африку, в Мегамаге у нас. Очень красивые фотографии там были. Мне кажется, классные фотки будут и детям классно. Там вот все было графическое. В общем, все мы вам покажем, Денькины. Денькины очечки. Вот, и потом мы хотим пойти в Штефенбургер, покушать бургеров в центре у нас, ну, тоже недалеко от Мегамага, уже там посидеть, там самые вкусные бургеры в нашем Ростове, и у нас вот такое вот мероприятие, план на сегодня, вот, мы только выехали, только выезжаем сейчас, пока ребята, вон, видите, там они с креслом мучаются, устанавливают кресло, потому что вечно, вот, знаете, сколько кресла не устанавливай, все равно ты, блин, его все время долго устанавливаешь, я не знаю, как это работает. Ну, мое кресло вот это, оно устанавливается очень. О, я покажу. Настя, привет. Настя, Настя. Вот они, детки. Моя племянница Настя. Мой сын Дэнни. Короче говоря, сейчас мы установим кресло и уже будем выезжать. Вчера я, кстати, вчера очень поздно пришла домой. Мы до полтретьего только под домом стояли с Татьяной, разговаривали. Вот, и это... И потом пришла домой, еще начала сериал смотреть. Я еще серию досмотрела. Ну и все, и меня вырубило. А сегодня я 10:30 легла. Очень красиво. Только они тебе не по стилю, не подходишь. Они очень яркие. Тебе нужно что-то более такое спокойненькое сюда. Я просто не понимаю. Вот. Что еще, что еще, что еще? Ну и все, короче. Мы берем вас с собой. Сегодня воскресенье. Отдыхаем семьей. Ну что, мы приехали нашей маленькой толпой в Мегамаг. Сейчас обязательно посетим, как его назвать? Как его культурно назвать? Аэротрубу? Куда мы идем? Нет, место, вот сейчас куда мы идем. В джунгли, да, туалет. Ну, знаешь, что, как бы мама всегда говорит, что ты там говоришь, вы в туалет идете, вот кому это интересно? Или в туалете, Влад, снимаю иногда, ну, ты говоришь, вообще, я перестала снимать, и мне теперь хочется даже туалет как-то назвать по... Будуар. Уборная. А сейчас мы идем в уборную убирать. Вот. Потом в трубу, наверное, первым делом. Или не знаю, куда решим. Направо. Вес, тебе не страшно? Вообще. Это мы вот в эту фигню, вот эту вот залезем, и вот там будем барахтаться? Нет, может, вылетим с трубы. Ой, я боюсь. Нет, там сетка. I fly. А, сетка, да, если сильно, оно это... Сетки прижмёт тебя, воздух сильно такой наверх тебя вынесет. Страшно. Пойдем узнавать. Мать с двумя детьми. Виталик попросил снять. Хочу посмотреть со стороны, как моя, говорит, с двумя смотрится. Так, ну что, мы пришли, короче, и вот сейчас Виталик первый будет... Я сейчас посмотрю на него, как он там будет барахтаться, и, возможно, я вообще передумаю. Тебе не страшно? Не страшно? Ну все, сейчас будет... Расслабься, написано. А, вот она. Согни ножки. Согни ножки. А, это надо выучить тебе. Жесты в аэробе. Подними голову, выпрями ноги, согни ноги, расслабься. Нет, все время.
Мы с Наташей будем тебя так показывать. Расслабься. Ну, короче, я за тобой наблюдаю. Короче, меня заставляют уже все снимать и тоже одеваться. А я не хотела изначально. Хотела посмотреть, как Виталий будет барахтаться. А сказали, нас вместе будут. И мы уже в костюмах будем вдвоем стоять. Нет! Короче. А, ну так, или как? Да, отлично. Ножки во время полета у нас всегда широко раскрыты и прямые. Во время полета ножками не болтаем. Тело стараемся держать ровным. Дальше, чтобы устойчиво лежать на потоке, Виталий, небольшой прогиб. Селена, аналогично, небольшой прогиб, только большая просьба. Девушки гибкие, на мостик не нужно становиться. Небольшого прогиба будет, а вы так думаете. Небольшого прогиба будет более чем достаточно. Ручки как у меня. И смотрим в потолок. Откидываем голову прямо и смотрим в потолок. Отлично. Ручки можете опустить. Виталий, вы оставайтесь в том же положении. Я буду стоять также напротив вас в трубе. Подойду, если что-то потребуется. Поправлю положение тела, смотрим в потолок. После чего возьму вот таким образом и помогу лечь на потолок. Ручки можете опускать. Короче, присаживайтесь. Зашли, встали, приготовились. Я поправил и помогаю лечь на потолок. Присаживайтесь. Вы парень крепкий. Не сопротивляйтесь. А то получится, вы будете сопротивляться потоку мне, я вам, потоку, себе еще. И в итоге после первого полета она просто увол. Какой? Будешь смотреть, когда мама летать будет. Давай. Так, ребятки, теперь надеваем кошельнички, берем автоматы. Можешь поплыть? Мои, хочу вам сказать, что это просто нереальная тема, и если кто-то еще в аэротрубе не летал, это просто best of best. Я боюсь с парашюта прыгать, но вот это просто, это супер. Особенно если рядом профессионалы, когда меня вот так подкидывали, я не знаю, засняла Наташа или нет, это просто было огонь. Короче, куча эмоций, просто за 3 минуты можно идти домой спать. Вообще, энергии кучу потратила, и просто кайф. Вес, ну поделись впечатлением, как тебе? Мне очень понравилось. Классно. Очень прям так подзарядило. Эмоции тоже такие. А на парашюте? Ты с парашюта не прыгал?
Не, я тоже думал хочешь? В Москве, когда жили, хотелось. Вообще хочу, да, кайф. Ну вот они как раз меня так тоже вдохновили, что прямо из парашюта захотелось прыгнуть с профессионалом. Ну так получится, прыгнуть. Все в твоих руках. Мы сейчас уже немного, знаете, это как вот там, вот когда вышли, да, такие эмоции, а сейчас отошли такие и такие... Расслабление. Да, нормально. Пошло. Позанимались спортом. Кстати, если делать это каждый день, мне кажется, реально, ягодицы, спина, ноги, все в тонусе, еще и похудеешь. Вот инструктор сказал, говорит, я приехал за 3 месяца скинул 16 килограмм, похудел. 16 килограмм скинул, вот тебе. Ну, сейчас в тонусе. В тонусе, да, ну круто, мне очень понравилось. Я девчонки, вот просто рекомендую, я очень боялась и думала, не пойду, потому что будет страшно. Нифига не страшно, с инструктором, обалденно все, супер, кайф, я счастлива, спасибо. Ну что, мы полетали, теперь идем в Африку. Так, на выходе нас будут ждать вот такие, наверное, фоточки прикольные, красивые. Посмотрим. Ну что, готовы? Дэнни! Здравствуйте, меня зовут Мират, я ваш экскурсовод. Смотрите, это какао-бобы, они пахнут какао. Горьким шоколадом. Горьким шоколадом, да. Держи, забирай. На свет чуть-чуть. Класс. Угадываем, нюхай. Там какие-то печенюшки. Ну, это корица. Да. Ну, блин, нет, не говорите раньше времени. Хорошо. Да. Это? Кардамон? Какие-то шишки. Блин, а ну вес понюхай. Скажи, Наташа, может, ты знаешь. Шишки. Бульсана. Похоже на коктейли, которые мы там с буддистами взяли. Шишки. Никто не знает, это у нас душистый перец, да, правильно. Он так вкусно пахнет. Да. Дружка, обалдеть. А ну нюхай. Подходите сюда с нами. Это какие-то мармеладки. Ванилин? Обычный. Почти. Ну, ваниль это. Ванильный сахар. Ваниль, да? Угадал. Сейчас давайте пойдем. И с вами может произойти все, что угодно. Но не пугайтесь. Вас ждет настоящее приключение. Пойдемте. И здесь вам нужно будет выбрать маску, и также мы поймем листопового племени. Давайте постучим, да. Стучи, Настя. А вот твое племя. Самбуру. Заявку одежду и большое количество бусы это племя называют бабочками. О, ты любишь бабочек. Да, у меня вот она. Да, у вас тоже самое. Я тоже бабочка. Да. Настя, мы с тобой из одного племени. Здесь вы можете погладить нашего слона. Бусы! Погладить. Интерактивно, да, такое. Потрогать нашего гепарда. Ух ты! Ой, вообще класс. Там? Вот это классная штука, вообще нереально. Так, смотрите, под вами вот здесь уже не будет скапливаться вода. Если вы станете. А, супер. Да, тоже интерактивная тема. Можете попробовать. Смотрите, главная задача у нас не просто покататься. И разукрашиваешь, потом мы оживим твою бабочку. Ух ты, оживим бабочку потом. Так, а здесь у нас звуковые вот такие вот штучки. Можно создавать музыку. Побежал, малыш мой. Смотрите, взяли большие карандаши, идем раскрашивать. Бери, Дэнь, бери. Смотри, вон Настя взяла. Ой, рисуй, иди рисуй. Ух ты! Дэнь, рисуй вот. А ну-ка, рисуй. Давай. Очень красиво, смотри, как ты рисуешь. Дэнь, обезьянку наверху рисуй. Молодец. Смотри! Вау! Класс! Класс какой! И
иди рисуй. А теперь вот игра, смотрите, нужно кинуть мячик в еду, чтобы накормить животного. И вот они кидают мячики, и он кушает. Тигруша кушает, да? Для детей вообще тут, конечно, просто класс. Тут у нас барабаны. Самые настоящие абраканские барабаны, по нему можно звучать. Даже... Давайте все вместе. Музыка сейчас будет. Денечка. И мама тоже. Она какая-то необыкновенная. Мы можем с вами делать каналы, можем наоборот сооружать горы. Видите, водичка уходит. Да. Гору делаем, и водичка уходит, видите? А если вот так сделать, то будет у нас что здесь? Речка. А здесь гора, и растения, смотри, цветут. Класс. Класс. Дальше у вас... А туда зайти можно, наверное. Смотри. Нет, тут ничего нет. Ничего нет, может включат потом. Вот, теперь мы с инструктором уже пришли. Фонариками здесь рисовать можно в хижине. И прислоняйте вплотную к столу к стене и можете рисовать. Ой, Кися, давайте сюда. Если есть трафареты, можно отвести к ним. Смотри. Держи. Рисуй. Видишь, как? Смотрите, какая штучка. Ну, хочешь идти на стюль, залазь. Залазишь? Будешь залазить? А сейчас нам на почту вышлют вот такую вот штуку. Будет выглядеть это вот так вот. Настя залазит. Сейчас ее снимут. Тогда одевайте... Типа мы мокрые не будем, да? Смотрите, одеваем. Ой, я хочу! Сними меня вес, пожалуйста. Бери вот, послушай. А я или почти. Раз, ну три, суки. Так, уже работает все? Да. Вы выражите, да, где я не заикаюсь? Я не поняла вообще, что за прикол. Садись туда. Сейчас проверим. Садись. Есть ли подстава? Денечка, идем искать сюда. Подстава. Подстава. Я чувствую подставу, я в воду. О, вот так нормально. Ой, мама. Ну страшно. Мама. Выключайте, мама. Она выключается. Мама. Не знаю. Выпрыгивай, если что, просто в нашу сторону. Да, не, ну просто, конечно. Кто хочет? Не. А я за малым не повелся на эту тему. А я не собиралась. Не, ну нормально, свежо. Да, свежо, свежо. Шарик. Как красиво, да? Подошли к стоечке. Во-первых, я смотрю, здесь это дети выпускают дым какой-то из ушей, из носа, из глаз. Я хочу взять дыночки и угостить Настеньку сейчас, пока ее там рисуют.
Сейчас сделаем. Денечка, ручками не трогай. И еще мне девушка говорит, что здесь какой-то по всем традициям эфиопский традиционный кофе. Я хочу, конечно же, попробовать. А это добавки, да, которые можно добавлять? Да, да. Вот. Но советую вам добавить вот здесь все. Здесь объясняется, как происходит кофе. Ага. То есть вот он сначала зеленый. Вес готовят мне кофе, глянь, эфиопский вообще тут. Эфиопский традиционный кофе. Да, у них есть традиция такая. Итак, традиция, да? Мы берем попкорн. А вы с нами? Да. Давайте. Говорим друг другу буна. Чокаемся, да? Буна. По-нашему. Немножко туда русского, да? А по-нашему что? Чокаемся. А, чокаемся? А, они же не чокаются, да. Все, теперь мы породнились. Солененько. Солененький попкорн. Вообще принято пить кофе с солью. То есть сахар. Мы попробуем кофе. Нет, оно сейчас... Но сахара здесь нет, да? Сахара здесь нет, здесь только специи. Здесь только специи. Мускатный орех, кардамон, корица. И запах очень вкусный. Приятный. Так, ну кофе, в принципе, очень ароматный, вкусный. Он без сахара, только со специями. Крепкий, крепкий достаточно, да. Ну, можно пить. Я могла бы даже вот выпить вот так вот, если бы утром сделала себе, я бы его смогла выпить. Горяченький чуть-чуть. Есть такое чуть сладкое послевкусие какое-то. Горьковатый. Сладковатый. Дает пить комфортно, знаешь, было комфортно. Тебе комфортно? Мне? Нет. Я не пью горячее. А, горячее. Я разбавляю все. Я сейчас настолько отвык, что... Ну, потерпи. Уже делаем детям вот такое вот... Так это что, это просто холодные конфетки? Сейчас будут холодные конфетки. А, вы сейчас азотом их делаете, да? Что-то на меня капает. Ух ты! Обалдеть. Ну, очень круто. А конфетки из чего вообще? Конфетки из чего? Кукурузные палочки разные. А, разные кукурузные палочки. То есть детям нормально можно? Конечно. Класс. А я тоже хочу попробовать. Дэнни, иди скорее, кися! Ай, смотри на меня, жуй. Жуй, жуй. Най, после кофе, да, чтобы... Жуй, жуй. Как будто кальянчик окурнули. Нет, прикольно. А из носа? Так не сильно сладко, но прикольно. Носом. Прикольно. Короче, кукурузные палочки с азотом делают, и вот так вот. Ля, она вся эта замороженная тема. Офигеть. Снегу. Прикол. Настя! Ну что, как вам Африка? Спокойно такой релакс там поймал я. А тебе Африка? Не ходите, дети, в Африку гулять. Классно, на самом деле. Как вам Африка, понравилась? Да. Пока-пока, да. Вон, на стиле нарисовали. Красивая какая тут. У нее и стразы, там и блестки, кайф. Смотрите, какой кайф, в чем удобство. У нас страховка на всех, на маму, на Виталика, на меня. Права всегда с собой носим. Он говорит, не хочешь рядом прокатиться? Я так, конечно. Я же даже и не забыла даже, что мы все можем ездить на тачке. Вот. Так что сейчас сторисы что-нибудь поснимаем. Так, пристегиваемся. Так, едем кушать, мы голодные. Штефан Бургер, наш любимый, в центре. Там еще погуляем, пофоткаемся. Там самый вкусный бургер в Ростове. Согласны? Зацените теперь мою стабилизацию на камере. Я тоже как мама поснимаю дорогу немного. Вот наш мегамаг. Тут может солнце сейчас, конечно. Отлично погуляли. Воскресенье, народу нет просто. Очень круто, очень круто. Везде и полазить можно, и вот эта Африка вообще очень познавательная была. Очень много интересного, интерактивного всякого рассказывают. Ходил с нами гид, который все рассказывал, показывал. Классно. Вот. Ну и вот эта аэротруба, это вообще, это что-то с чем-то. Вот мы ее, кстати, проезжаем сейчас. Прям просто хочется респектосик все время. Респектосик, ребята. Очень круто. Огонь. Голодная, как не знамо кто. Я просто сейчас съем все бургеры на свете. Ох, ну что, мои хорошие, нам принесли заказ. Мы с братом взяли Штефан старший, Штефан младший.
Ой, у меня младший, у него старший. У него две котлеты, у меня с одной, потому что мне поменьше котлеты. Взяли такой набор. Обалденный вот этот вот соус. Короче, взяли сырный, грибной, они сами делают его. И вот еще какой-то они сами делают из вяленых томатов, что-то такое. Так, у Наташи что-то там тоже, бургер какой-то, мохито безалкогольный. У Насти тоже, он перчатки натягивает, уже сейчас будет кушать. А Деньки, представляете, сделали... Это сыр, Дэнь. Сделали просто булочку с сыром, я попросила, потому что он ничего не ест. А сейчас он съест бургер в первый раз, потому что все ингредиенты, которые мы любим. Вот, взяли коктейли деткам, морсы они делают, я взяла клюквенный морс. Вот. В общем, короче, безалкогольное пиво. В общем, приятного нам аппетита. Я тоже пошла одевать перчаточки. Маленькие тебе, да? Все, хочу, голодная. Мы решили растрясти все, что наели сейчас еще. Поедем на левый берег, на детскую площадку. Там Виталий говорит, фонтан новый открыли, какой-то красивый, поющий. Вот. Денька съел, кстати, весь бургер, который ему дали с сыром. Обалденно вообще, я рада. Еще бы он так же и с мяском ел, было бы супер вообще. Пес говорит, разойдитесь, я сейчас буду вставать. Наелся так, что... Выкатываться собрался. Дэнь, поставь, пожалуйста, сюда. Все, выходим, пошли. Фу, как объелись мы просто какой-то, я не знаю. За рулем будем ехать. Ты сам вон идешь, как медвежонок. Чего ты весь уже разлился, облился? Пузыри. На, иди, открывай. Ты не поедешь за рулем, да? Нет, я уже выпил бутылочку. Пойдемте, детки, в машину, котики. Пойдемте, сейчас на горку налево поедем, будете кататься, развлекаться. Качаться пойдете на площадку? Качаться, конечно, сейчас после еды сразу пойдем. Мы пришли на набережную, и мы поняли, где все люди на самом деле. Огромное количество машин, огромное количество людей. А мы ходили по торговому центру и думаем, сегодня что, будний день, что ли? Короче, в торговых центрах сейчас... Как в будний день, как в понедельник. В воскресенье, как в понедельник. А все потому что на улице, потому что такой кайф. Теплый ветер. Теплый, да, свежий ветер. Как будто день города, вон Наташа говорит. Да, правда. Сейчас идем на детскую площадку. Ой, ну вот, короче, с детьми невозможно, честно говоря, на этой площадке, когда так много народу. Посмотрите, ну просто посмотрите, вот фонтан открыли. Сколько там народу? Ну это просто пипецкин, ну просто. Я не помню, чтобы я вообще на левом видела такое количество народу, даже на день города. У нас погода, бегать, может? Детям запрещают бегать, охрана ходит, типа, угоняет. А, запрещают дети, бегать там, да? Бегают, это не как на набережной у нас. Все купаются там, все дела. А как они? Они забодаются, они все. Ну да. Ой, да вон они все равно все бегают и все мокрые. Они не справляются. Дети от них убегают. Они не справляются. Охрана не справляется с детьми. Так, а мы со своими должны справиться. Денька у меня первый раз, по-моему, на таком фонтане. Вообще. Ну классно, класс. Класс. Ну вот это у нас на левом берегу. Мы берем пример сейчас. Ой, мокрый видит. С Виталика и идем туда. В середину фонтанчика, да? Смотри. Мокрые все бегают. Ай, мокрые все. Господи, какой кошмар. Надо валить. Ну классно. Нравится? Дэнни в шоке. Ладно. Кайф, под фонтаном малые прям купают. Все, пойдем. Мы сели в машину, и это благодать. Я так не уставала уже, не знаю сколько. А еще у меня после этого флая аэро просто болят ягодицы. И все это время концентрация на моей пятой точке.
Я чувствую, что если туда, знаете, так два раза в недельку, три раза в недельку ходить, то ягодицы будут очень подтянутые. Вот, без всяких напрягов. Все, мы сели в машину, и это... Ты что, так не залезешь, что ли? А вот так вот ты не залезешь, вот так... Вот и дорога домой. Но мы еще хотим, детки, чтобы покатались на горке и покатались на горке и на качельках. На качельках, господи, слово забыла-то, качельки. Уже темно. Но, во всяком случае, во дворе у нас поспокойнее. Мы сядем спокойно на этот холодненькое, что-нибудь возьмем. В магазинчике у нас, кстати, продуктовые открыли. Вот. И да, это. И все. И спокойно будем сидеть, а дети спокойно будут резвиться. А потом уже домой. Едем по левому, слушаем музыку, вспоминаем детство. Обезбашенное детство. Кружки мои, всем доброй ночи. Я дома. Я уложила Деньку. Я загрузила... Это называется, у меня просто бешеная кошка в доме живет. Я разговариваю, она просто летит, прыгает на мою руку. Вообще просто... Хозяйка, причем такая борзая хозяйка дома появилась. В общем, Мила, успокойся, а? Мила. Гостей проводила, Деньку уложила, видео загрузила. Большое дело сегодня сделала. Устала просто неимоверно. Одно из лучших впечатлений это был... полет вот в этой аэротрубе. Как я боялась, что думала, откажусь даже, что не буду. Но на самом деле вообще не страшно, реально вообще не страшно. Но эмоции просто реально, как будто ты с парашюта прыгнул, да? Очень круто. И если у кого-то есть в городе, в котором вы живете, да, или если вы из Ростова, то обязательно попробуйте прокатиться на аэротрубе. У нас в Ростове до декабря они точно будут. Вот, точно будут в Ростове. Я так поняла, они перемещаются, ездят. Вот. Но очень круто, очень. У меня аж что-то перезагрузка какая-то в голове произошла после них. Вот. Прекрасно провели время, на самом деле. Так погуляли, энергию потратили свою, и вместе время провели, и в конце просто объелись, просто объелись. Но мы что-то вообще отчаянно пошли еще на левый берег, там просто муравейник. Я вообще не понимаю, в чем дело и почему так много народу там. Ты посмотри, она раздухарилась. Ну вот посмотрите, девочки. Это что за наглая кошка вообще? Вот она сейчас перевернет мне все здесь. Камеру мою перевернет. Наглая кошка. Что там делаешь? Отдай ручку мою. Это моя ручка. Отдай сюда. И что ты будешь делать теперь? Ну-ка дай лапу, сказала. Дай лапу матери. Ну-ка не кусать, мать. Не кусать, мать. Себя куси лучше. Себя куси лучше. Наглая, вы видите, какая наглая? У меня гости тебя боятся, потому что ты всех кусаешь, нападаешь. Ну-ну-ну, ну-ну-ну, поняла? Целовать руку мамину, целовать, а не грызть. Вот видите? И все нипочем, ничего не боится.